Всем привет, котята, меня зовут Лана, и уже почти наступил Новый год, а мы все еще не нарядили елку. Ну, мы нарядили маленькую такую елочку, у нас есть, она стоит такая смешная. И я подумала, а почему бы тогда не нарядить Ёши? Потому что я не елка, например. Ты не елка, но как же новогодний скин, а? Хочешь? А, эксклюзивный. Я думал, конечно хочу. Слушай, я подумал, короче говоря, что типа у тебя, знаешь, дурацкая идея возникла как 2 года назад у меня. Ну, типа, ты поняла. Нет, не поняла. Но я помню, что я наряжали. Сидела в гирлянде. Да, ну так это наряжать Лану, например. Нет, наряжать мы будем тебя. Я подумал, что у тебя такая же идея, типа, знаешь. Для начала я должна переодеться в тебя. Ты кто? Ну не бойся, не бойся, ну я это ты. Ты кто таков? Я? А я на Мирей. Я тоже, а я на Мирей, да. В общем, сейчас я уже, если честно, немножечко набросала себе то, что будет у тебя, ну, в общем, практически все набросала. И есть некоторые вещи, которые я тебе дам выбор, но выбора как бы не будет. Я просто покажу, чтобы ты видел, из чего я выбирала. Как тебе такое? Два Ёши дружбекаются, смотри. Да. Такие одинаковые. Давай, конечно, давай. Выбор, интересно. Показывай, что ты там навыбирала себе. Показывай. Ну что ж, сначала мы снимаем с тебя шляпу. Конечно, шляпа зачем? Ты тоже можешь снять шляпу. Если хочешь. Нет, мне так комфортно, честно говоря, макушка мерзнет. Вот это оно надо мне. Нет, так, не надо. Вы уже можете заметить тут некоторые предметы, но я буду просто показывать то, что есть интересного. Как тебе такое? Ну, это, ну, типа, неплохо, как будто бы, знаешь, из дверей взято. Это называется, по-моему, мимик. Что-то такое. Ага. Похоже. Но это так. Похоже. Это так. Есть вот такая вот миленькая шапка, но ты в ней тоже не будешь. Хотя она тебе идет. Ну да, выглядит неплохо, честно говоря. Но я честно, шапки вообще не ношу никогда в жизни. Типа я лучше надену капюшон, а лучше 2 капюшона. Но тебе придется надеть кое-какую шапку. Потому что, ну я тебе могу вот эту показать, но это не тебе. Это смешно. Это тебе, я правильно понимаю? Да, скорее всего это мне, но тебе... кое-что поинтереснее. Опа. Надевай. Прям надо. Итак, отлично. Дальше есть предмет, который немножечко добавляет, знаешь, вот этому предмету. А, я только в таком цвете. Ну ладно. Вот так уже интереснее? Ну да. Можешь надевать. Это прикольно. Слушай, а кстати, да. Кстати, такая штука есть еще в другом цвете. Я могу тебе показать. И вот хорошо, что мы тут вдвоем стоим, потому что мы можем это сравнить. Так, Ёж, смотри, вот такая вот еще штучка, где беленькая. Видишь? Да, нет, ничего не вижу. Ну, проволочку. А, вижу. Нет, наверное. А, может, хотя белая лучше. Да, белая определенно лучше. Какой вариант, смотри. Ну, это интересно. Вот это, да? То есть ты можешь выбрать любую, но какую-то придется выбирать. Блин, слушай, ну давай, наверное, вот которая на тебе сейчас. Ну, вот тогда переодевайся. Ты же понимаешь, да, что тебе это все покупать, вот это вот все твое теперь, да? Да, я понимаю, ничего страшного. Так, дальше, смотри. Есть несколько вариантов кофточек, и я тебе тоже покажу сначала те, которые у тебя не будут. Угу. Ну смотри, я видела вот такую вот, очень миленькую. Ну неплохо, да. Но она сюда совершенно не сочетается, не потому подходит, что она согласен. Красная. А вот это как тебе? Это уже интереснее. Это уже интереснее. Смотрим дальше. Есть еще кое-что вот такое. А вот это еще интереснее. Еще интереснее, да? Да. А есть еще... кое-что вот такое. Слушай, цвет чудесный, но как будто бы текстура нравилась у прошлого больше. Но цвет здесь больше нравится прям. Ну да, но мне очень нравится вот это. В принципе, не сильно изменится скин, если ты выберешь то или это. Поэтому можешь выбирать то, что можно тебе нравится больше. Можно купить и то, и другое. Можно купить и то, и другое, и переодеваться. Но у меня основным был вот этот. Есть еще типа того, но вот это смотрится гораздо хуже. Видишь? Да, да. Вот. Поэтому вот эта штучка очень даже классная. А, ну что, уже интересно. Тебе нравится? Нравится? Да, это прикольно, прям слушай. А теперь мы снимаем твои катаны. О, господи, нет. Ёша, подожди, подожди. Потому что на талию у меня есть для тебя предмет, и я надеюсь, что он тебе понравится. Итак, вот он. Это что? Это называется то, что ты бегаешь. Это бег.
Это знаешь, как у Жоржа вечно ора-ора-ора-ора-ора-ора-ора-ора-ора. Да. Так вот это вот у меня. Так нравится? Я понял. Ну, прикольно, конечно. Прикольно? Хорошо. Да, необычно. Немножечко... По-новогоднему очень. И там, смотри, смайлики вот эти вот японские, типа иероглифы смайликами. Я не могу вообще. Я не сказала бы, что это прям по-новогоднему, но мне почему-то вот хочется сделать вот какой-то такой скин, знаешь, который будет... Он, в принципе, вот создает какую-то атмосферу, но при этом все не вот это вот красно-зелено-белое, потому что это, мне кажется, ну, слишком как-то типично. Ты не находишь? Mm-hmm. Да, да. Поэтому вот я подумала, что тебе вот такое вот что-то зайдет больше. Поэтому я вот несколько часов сидела и выбирала Капец. Какие-то предметы, которые будут Ужас. Более такими подходящими для тебя и для вот этой вот всей истории. А штаны я тебе хочу оставить. Ну, я не против. Я хотел спросить, кстати говоря, об этом. Да, они слишком хорошо здесь подходят. Плюс, если поменять штаны, ты будешь немножко неузнаваем, мне кажется. Ну да. Поэтому лучше оставить так. А так оно, знаешь, ну как такая вот прям отсылочка. Вот, тем более еще почему я не хотела брать красно-зелено-белую гамму, потому что у Евы подобные скины бы просто сливались и были бы такие два одинаковых упакованных подарочка. Вот, ну, поэтому я решила оставить твой вот этот вот стиль. Похвалите меня. Слушай, я доволен, мне нравится, правда. Так, хорошо. Смотрим дальше. Из тех предметиков, которые... ну вот смотри, сначала, как я вообще дошла до вот этой вот штуки, я сначала нашла вот эту и думаю, о, как интересно выглядит. Но, прикольно, но нет. Ярковато. Ярковато, да. С волосами этими как-то совсем не вяжется, правда. Да, поэтому... А это хорошо. Да, это очень хорошо. Это я довольна. Это я стала искать по запросу Christmas Purple в одежде. И там было много. Но вот это вот прям мне понравилось. Так, ну что ж, поехали дальше. Что у меня еще есть? А это не конец? Нет, конечно. Я думал, это... Я, ничего себе, ты вот это да. Итак, мне показалось, что маловато аксессуаров впереди и маловато аксессуаров сзади, потому что, ну, как-то вот... И поэтому у меня для тебя есть кое-что, что можно... Ну, ты знаешь, по-моему, довольно-таки празднично выглядит. Так, на спину полюбас. А, нет, смотри. О, прикол. Но тут на выбор. Надеваю эту штуку, а сейчас я поищу еще одну, потому что... Так. Потому что она вот где-то у меня потерялась. Я вроде как сохраняла все, но сейчас не сохраняется. Так, во, нашла. Ну-ка. Вот такая вот штучка. О, прикол. Вот и думаешь, кто тебе нравится больше. В принципе, блин. Вот у меня с Новым годом ассоциируется и вот какой-нибудь такой вот фотоаппаратик, и вот этот контроллер тоже вполне себе. Угу, угу. А есть контроллер другой какой-нибудь? А, в основном, ну, есть такой же розовый, и в принципе на этом, по-моему, все. Не, голубенький хорошо. Ну, конечно, хорошо. А ну-ка, дай-ка или убери фотик и посмотрим хорошо. На нас, красавцев. Сейчас. Если что, есть еще фиолетовый фотик. Ага. Но я подумала, что этот лучше. Я могу еще фиолетовый. Слушай, показать. Я думаю, даже геймпадик может лучше, геймпадик? Нет? Тогда забирай. Да, он такой ненавязчивый, потому что, типа, ну, знаешь, да. Фотик он больше занимает, а этот такой на боку. Ну классно. Да. Одобряю. Да, отлично. Хорошо. Поехали дальше. Вот дальше было прям совсем сложно, потому что нужно выбрать тебе что-то, что будет и не перегружать образ, и как-то его дополнять. И, короче, у меня еще была вот такая идея. Это так. О, блин, это мило. Это прикольно, кстати, слушай. Мне кажется, что это даже не будет слишком перегружать, и не настолько оно вот навязчиво, поэтому тоже можно использовать. Единственное, что мне не нравилось, что он там торчит сильно, но в целом, вот так вот, если хочешь, можешь вот так вот ходить. Так, ну что, поехали дальше. Знаешь, это единственный, пожалуй, скин, который я не ищу в видео, а прям показываю, потому что мне нужно с тобой советоваться и выбирать то, что будет лучше сюда подходить. Так, дальше, что у меня еще есть? У меня чего-то вот я тут выбирала. Слушай, остались-то предметы только на спину, но тут вот их, кстати, много. А, еще хочу похвастаться тебе, ты это не будешь носить, но мне кажется, что это очень крутой предмет. О, блин, да, это крутой предмет, слушай. Но он нужен человечек пошире для этого предмета. Да, к сожалению. Я, правда, не нашла. Может быть, есть такой поуже, может быть, его сделали для девочек. Ну, это женское тело, все же знают, что это женское тело. Вот, но выглядит очень классно. Причем тут, вот тут написано, что это поп. Музыка 90-х, а вот здесь вот рок 80-х, это очень классно. И выглядит просто потрясающе. Ну, цвета вообще просто бомбезные. Да. Но я не вижу, чтобы здесь был выбор какой-то. Вот.
того, чтобы это... Ну, в общем, не дают на другое тело пока что, я этого не понимаю. Но, смотри, что у меня еще есть. А давай с того, что мне не очень нравится, но подходит под тематику. Есть вот такая вот штука. Нет. Сразу нет, сразу не нравится. Есть ёлка. Не. Хорошо. Значит, дальше будет интереснее. А... О! Что о? Хорошо, что не с козырей зашла. А, ну конечно, ты чего? Я напоследок оставляю. У меня вот тут вот осталось три варианта. Допустим, давай вот посмеяться. Как тебе такое? О, прикольный. Это кто таков? Его зовут Фо Даблунс. Я думаю, это какой-то мемный кисик. А, да. Знаешь такого? Ну, где-то видел, да. Вот такой вот мемный кисик. Какое отношение он имеет к Новому году и Рождеству, понятия не имею, но смотрится здесь хорошо. И смотрится забавно, да. Спинка как раз у тебя, видишь, такая немножечко, ну, закрытая. В тепле. В тепле, да. Вот, поэтому есть вот такой вот кисик. Сейчас мы его так спрячем и можем посмотреть... А, знаешь, на самом деле, не знаю, что тебе еще понравится. Я хотела сноуборд, но сноуборда нет, поэтому есть вот такая вот штука, но... Скейтборд. Да, но он такой... Слушай, цветовая гамма чудесная. Да, мне тоже очень нравится. Вообще здорово, и очень идет к этому свитеру и шапке. Да, но тогда... Но зимой на колесиках ты особо не покатаешься. Слушай, ну у нас поэтому... тут сейчас плюс 15, это между прочим. Это я согласна, но есть кое-что, на чем ты покатаешься зимой. Посмотри, какой цвет. Посмотри, это какой последний узор. Да, предмет? Это, да, последний. Но мы можем посмотреть с тобой еще, потому что я посмотрела не весь магазин. Но это выглядит, ну, очень по-снежному. Говоря, вот, это... Смотри. Слушай, просто я вот это все дело, мне не то чтобы прям импонирует в том плане, там вот эти вот катания, там на снегу, вот это вот. Я вот люблю вот это колесики, вот это мое, да. А вот это остальное, все вот эти вот лезвия, там, будь то коньки, да. Это все остальное, оно мне не так заходит. Но в целом, раз уж мы делаем зимнюю тематику, да, то это как нельзя кстати. И цветовая гамма просто отличная. И он так очень сочетается нравится. И вот вообще совсем. Но мне еще кисик нравится. Кисик хорошисик, вот смотри. Кисик хорошисик, это правда. Еще вот 4 показывает. Мне, пожалуйста, 4. А посмотри на его глаза. Сейчас я глаза вообще. Глаза вообще, слушай, он такой прям, он понял жизнь. Говорит, 4 жизни уже позади, осталось 5. Я же, причем остальные лапки он спрятал, их не видно. Да, потому что, да, где он? Мне кажется, он меня за шею держит, слушай, чем тебя. Просто ужас какой. Но он классный. Да, это правда. Но я думаю, все-таки виннер из вот эти вот штучки. Но мы можем поискать еще. Давай поищем что-нибудь, потому что... О, ёжи, подожди, есть кое-что. Есть кое-что, но оно очень объемное. И я не знаю, как тебе вообще это предложить, но мне почему-то кажется, что тебе это должно зайти. А не знаю, как оно относится к этому скину. Сейчас покажу. По-моему, вот по вот такому запросу. Да. Ты готов? Да. Оу. Слушай, это прикольно, но это очень попсовый предмет. Он, ну, у каждого, да, вот правда. Типа, знаешь, вот как у меня катаны, ну, были. Ну как это у каждого? Так, он вот стоит 160 вот... робоксов. Ну, я имею в виду, что это частая штука. Ну да. В целом, он даже здесь смотрится хорошо. То есть вот если сравнить нас, да? Ну да. Но мой скин, который сейчас на мне имеется в виду, он поаккуратнее из-за того, что не такая огромная коса. Ну да, да. Вот это меня тоже немножко смущало, что она вот такая гигантская. Но Ёши, смотри, сейчас. А, вот здесь есть вопрос. Если ты выбираешь лыжи, то будет гораздо логичнее взять фотоаппарат, потому что, смотри, это выглядит, как будто ты поехал кататься. Блин, ну да. А как быть? Геймпад, мне кажется, к кисику больше подходит. Ты думаешь? Я думаю, да. Блин, ну я даже не знаю, слушай. Ну покажи еще раз кисика, ладно. Сейчас я вот оденусь и покажу кисика. Ну он потешный, правда. Он очень смешной. Ну давай посмотрим еще что-нибудь. Давай, вот я открываю каталог, я пока что кисика отпускаю. И давай смотреть. Аксессуары на зад. Это называется. Ага. А, есть катаны, можно на спину. Ты типа поменял расположение катана. А, есть вот такие вот штуки, но мне не очень нравится, как это выглядит, потому что это немножечко портит весь вот этот. Это вот. мимо. А, есть крылья снежинки, хочешь? Ой, боже. А,
подожди, были какие-то прикольные предметы, я сейчас их поищу. О боже, это бингус. Да ладно. А, о боже. Действительно, о боже. Ладно, смотрим дальше. На самом деле, есть еще вот кисик-снеговисик. Но это немножко ну, странно. Ну, малютка совсем, да, какая-то. Нужно что-то такое вот более объемное. Вот я же сейчас покажу предмет. Не знаю, какое он отношение имеет к тебе и вообще, но мне очень понравился. Да, прикольно. В принципе, выглядит хвостик очень такой, да, магический очень. Но никаких магических хвостиков сегодня. Мы ищем что-нибудь, что будет подходить сюда. И знаешь, вот у меня была еще одна идея, вот что-то типа того. Расскажите, холодильник тебе навесить. Забавно. Да. Вкусняшки помещаются. Да, но это немного странно, ходить с этим на спине и все время снимать. А, знаешь, поэтому я очень осторожно отношусь к предметам, которые ты навешиваешь на спину, потому что они в кадре большинство времени видео, которые ты снимаешь. Поэтому тут... Вот шибер мой, он прям был вау. Да. Ой, смотри, вот здесь такая место. Штука. Боже, что это? Подожди, как это? Вот такая вот штука. Какой ужас. Это хоть в какой-то игре будет работать или нет? Да, конечно, это просто предмет. Жесть, какой огромный. Это как ульянины крылья, только... Да нет, блин, побольше. Ужас, реально. Стоит 200 робоксов, просто показываю, может кому-то надо. Вот, смотри, какой кисик. Прикольный, слушай. Да. Но видишь, в чем сложность? Нет, ой, смотри, какая интересная штука. Ну, ее не сюда, конечно, прикольно. Ой, это 3D-шная, да. Да. Прикольно. Вот будь она фиолетовая, можно было бы накинуть. Между прочим, так тоже сочетается. Слишком, мне кажется, какая-то кисямесь. Там мафинка, а что за мафинка? Это похоже на Nissan 300 ZX. О, господи. Изофар. Я такой не знаю. Ёж, кажется, кое-что нашла. Не знаю, надо тебе такое или нет, но вот. О! Картофельная моль. Рубаю картоху. Очень странно выглядит. Это прикольно вообще, капец. Ну, прикольно. Я, кстати, видела, по-моему, есть несколько расцветок вот этой вот моли. Может быть, даже найду. Ладно, я нашел предметик. Оцени. Так, сейчас, секундочку. О! Слушай! Цветовая гамма нормальная, миленько. Слушай, выглядит и спереди, и сзади смотрится, ничему не противоречит в целом. Ну, вообще да, мне нравится. Сейчас еще, подожди, я, короче, тут видел прикольные волосы смешные, я хочу тебе показать. Волосы? Я не планировала волосы. Менять прическу. Во, оцени. По-моему, мне идет. Ёж, ты как из Жоржа сбежал, вот серьезно. Да. Правда, это правда. Слушай, ну в целом мне очень нравится то, как вот, ну, вот сейчас выглядит мой скин. Ага. Так, сейчас я немножечко поменяю, вот, чтобы можно было все хорошо разглядеть. Вот давай вот так вот встанем на свет. Я тоже должен? Ну да, я ж на тебя смотрю. Давай. Ну, в целом мне очень нравится то, что получилось, на самом да, деле. Да, мне тоже. Мне тоже очень необычно. И достаточно... по-новогоднему, да. Да, да, очень по-новогоднему. А бензопилой можно в Новый год резать скульптуры. Не-не, скульптуры ну, вот ладно. Эти изо льда, знаешь но же. Ну, вообще да, выглядит вот, очень здорово. Вот, как раз-таки очень по-новогоднему. Так что, дай-ка так я что... примерю. А, и сколько же стоит этот скин? О, 740 робоксов? А что так дорого стоит здесь? Не знаю. Я тоже что-то я добавил не знаю. Только бензопилу на сотку. Ну, давай так. Волосы у тебя уже есть, маска у тебя уже есть. Лицо 150 стоит, точно. Ёши, ты что-то сделал? Я нет. Я все видела. Ничего не было. Ну, в целом, я думаю, что... Блин, это тоже выглядит очень классно, на самом деле. И да. Как будто менее нагроможденно, чем здесь. Да, но стильно при этом. Ну, я знаешь, старался. Я бы здесь, может быть, все-таки даже бы вот... можно было бы и снять вот эти вот штучки, видишь? Какие штучки? Ну, вот на волосах. А, на волосах. Ну, может, но это прям элемент Нового года, поэтому я, наверное, оставлю. Ну, хорошо. А, в общем, я надеюсь, что... Тебе понравился скин. Да. Надеюсь, что вам тоже да. понравился скин. А на этом будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и увидимся в следующих видео. Всем пока! Пока!